Сегодня был квест по Кремлю. У нас есть команда-победительница, которую мы хотим наградить, поздравить. Ну, Нине, поскольку мы в таком шикарном красном платье сделали. Но перед этим я хочу вынести благодарность команде ЭСА, которая тоже принимала участие сегодня. А в квесте они пришли с отрывом в час. Последними. Я их даже на Белову довез на такси, но хоть не окоптались. Победители команды «Кремлевские курсанты». И сюда, в полном составе. Они опередили второе место на 30 секунд, чтобы вы понимали уровень борьбы, да. И они третий раз к ряду побеждают в квестах. Вот я не знаю, я буду с научными сотрудниками квестов составлять. Вручаем. У них законный приз, мы вручаем Паше бутылку бубульки, Паша обещал растить ее за денег. Надеюсь, экскурсия вам тоже понравилась. Не мог не нарваться на комплимент. Диджей! Сашечка Тизье Эшпол. Прошу.